В поселке Алексеевка Хвалынского района открыли новый образовательный комплекс. Он уникален тем, что включает в себя детский сад, школу и интернат. Для детей-сирот построен новый спальный корпус на 60 мест. Школа же рассчитана на 260 учащихся. Для обучающихся и воспитанников обустроена также уникальная физкультурно-спортивная зона. С новым образовательным комплексом в День знаний ознакомился глава региона. Валерий Радаев осмотрел корпус интерната и пообщался с детьми. Главное, конечно, сохранить вот эти традиции и потенциал школы. Мы видели сегодня сколько. В школе будет работать 72 человека, работать будет 30 учителей только будет. Представь себе, какой потенциал. Там 40 воспитателей, да? Это же надо, во-первых, подобрать людей в таком поселке. Сегодня у них нагрузка по социальной сфере сегодня как ни у кого. Между тем, профильное ведомство вновь не поставило в известность наш телеканал о предстоящем визите губернатора в Хвалынский район. Съемочная группа сама узнала информацию об этом посещении. Съемки с посещения были предоставлены нашими коллегами.